И снова всем welcome, это снова я. Я решил показать здесь мотогараж. Вот, стоит 500 000 йен. Такая вот конструкция. Пластиковая, походу. Вот, можно сюда загнать какой-нибудь байк, приковать его цепями. И она, видимо, еще прибивается к полу. Вот. Пластик, конечно, наверное, противоударный все-таки. А то, блин, так жахнул пару раз камнем, он развалится еще. Ну, либо вот такие вот тенты. Торико Лэнд. Прикольный шлем. Это сзади у него такие глаза. Тут камера 360 градусов, которая рекламирует. 40-50 тысяч стоит. Кстати, жесткие кофры. Ну, как снаружи, только жесткие. Тоже хорошая тема. Хороший магазин, единственное, только очень далеко от меня находится. Это 1,5–2 часа езды на нем, до него. Вон глушаки. Фары вот. Диодные, очень мощные. LED там, вот. Лампочка 5,5К. Значит, 4000 йен стоит примерно. 11 ватт. Вот так вот светит они. Рули. Болтики цветные. Это вот для тех, кто как раз любит там на себе на колесо поставить или еще куда-нибудь такие вот крышечки. Тюнинга много всякого. Такие вот крышки. На этот самый, на бачки там для тормозной жидкости, для сцепления бачка. Ну, дроссели. Кто-то набор 340 тысяч стоит. Охренеть. Бюджетный вариант. Подножки вот всевозможные тут тюнингованные. В основном все такое, скажем так, кастомное, скажем так, для того, чтобы выделиться. Такие все красивые, с разных цветов. Кока-кола символика, всякие стаканы, кружки там подобные. И сумки вот, кожанки. Вот кожанки, кстати, неплохие здесь. Много американских брендов. Вот это, например, Denver, Degner, который вот, это американский бренд.